Салют, друзья, гости, подписчики, всем привет. Сегодня у нас в работе замшевые сапоги, и мы будем менять здесь подошву. Подошву мы уже подобрали, старую подошву мы демонтировали, и сапоги абсолютно готовы для замены подошв. Подошву проверяем, она идеально подходит по размеру. Забиваем колодку в один сапог, примеряем еще раз, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Это правило соблюдается во всех случаях. И вот таким образом во второй сапог мы забиваем колодочку, чтобы объем и размер сапог не изменился после установки подошвы. Примеряем подошву ко второму сапогу и рассмотрим предстоящую работу более детально. Вот такие подошвы, нам осталось их проклеить и прошить. Эта подошва литая, и она позволяет ее не только проклеить, но и прошить по кругу, чем мы, собственно, и займемся. Вот таким вот образом, шилом-крючком, мы прошиваем эту подошву. Вытягиваем нитку вовнутрь, нитка вощеная, в цвет подошвы подбирается, капроновая, прочная и водостойкая. Далее прошивка подошвы близится к концу, мы затягиваем обе нитки вовнутрь сапога и обрезаем их. Вот такая подошва была установлена, выбор подошвы был одобрен заказчиком, подошва установлена с гарантией качество. Если у вас нечто подобное, обращайтесь. А мы работаем ежедневно. Город Новомосковск, Тульская область, улица Дружбы, дом 1/24. Наш контактный телефон 8-915-691-63-14. Всем желаем здоровья, всех благ и до встречи в новых видео.